Чертовски я люблю февраль, и в первую очередь люблю за то, что это самый короткий месяц в году. Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и это рубрика «Моды на игру когда соседа», которую присылают подписчики или просто гости канала. Наши моды на игру когда соседа создаются довольно-таки чудно. Наверняка каждый из вас, кто делал моды, наверняка с самого начала не думал, что у них получится что-то прям очень интересное. И мы в связи с этим также часто волнуемся, а вдруг мы не сможем в это время ничего сделать. Но, к счастью, страна у нас большая, и по теории вероятности, в случае, что кто-то, вообще никто не сможет сделать мод, такого быть не может. Вот и в этот раз теория вероятности не подвела. Давайте смотреть на сегодняшние моды. Первый мод называется Кадоседа Миромодик 4. Автор Гудков Мирослав, он уже далеко не в первый раз в наших видео. Первые шаги, у нас тут 5 уровней всего. Давайте смотреть. Ну что-то похожее я видел уже, если честно. Вроде бы. Что, обучение, но дом, реальный соседский дом. И собака еще есть в доме. Следующий уровень, дальше больше. Описание не поменялось. О, коврик появился и это ведро. Жалко, взять нельзя. Банан в ведре, в смысле? Чего? Неважно, ладно. Вуди. Походу, этот телегенез был. Сейчас. Так, ну пакости изменены, но изменены именно предметы в данный момент. Ну, посмотрим, что будет дальше. У себя дома здесь написано «Искусство пакостей». Есть два шкафа, ничего себе, аж два шкафа. У нашего соседа Ротвейлера есть куча дел. Он играет на пианино и чинит кран. Вуди хочет навестить соседа. Хорошо, давайте смотреть. О, кухни нету. Ну, окей, нет, так нету. Я так и думал, что он сюда пойдет. Два шкафа есть, а где второй шкаф? Ну, насколько я понимаю, где-то тут должен... А, вот он. Невидимый шкаф. Окей, окей, окей. Ну ладно. Невидимый исчезательный шкаф. Вот так называть надо. И пакости всего три. Ой-ой. Давайте заново начнем, я немного неправильно сделал. Надо было, когда он вниз идет, тогда пакости начинать. Погодите секунду, туда можно войти? Ну, да, можно. А как выйти теперь отсюда?
Отлично, мы тут застряли. Войти можно, а вот выйти нельзя. Не заходите в ту дверь, там ловушка. Так, нет, я все пакости сделать не успею, поэтому прячемся сначала. Что-то одно бы успел сделать, но не более. Там музыка из второй части играет, только очень тихо она играет. Блин, я опять тактику всю забыл. Ай, ладно, неважно, давайте, пусть эти пакости сработают. Ладно, пофигу на то, что пёртый будет. Блин, такой... Он так выглядел, как будто он Вуди в шкафу увидел, а не телевизор. О, тут извинена, кстати, была пакость тем, что сосед все-таки жмет на пианино все равно. В тот момент, когда пакость срабатывает. Ой, очень необычно это все. Нет, в смысле... Бежим! Да. Тоже на воздухе. Чего? Он исчез просто. Так, еще два уровня курения. Понедельник. Сосед решает покурить в гостиной. Еще он выпивает пиво на кухне. Но ведь это вредно для здоровья, говорит Вуди и решает проучить соседа. Все пакости, кроме микроволновки, изменены. Хорошо, давайте смотреть. Ну, порох, это сразу понятно куда. Здесь ничего нету, что ли? Это удивительно немного. Блин, это нам не надо пока. Эй, а где сосед? Чего? А как мне узнать, где он сейчас? Я так и знал. Такие баги выглядят, конечно, смешно, но это усложняет процесс прохождения значительно. Сыр, может быть, в пиво надо? Точно. Так вот, очевидно, что ваксу надо куда-то на стену или куда еще? Или в микроволновку надо было ее. Сейчас разберемся. А, все, понял. Маршрут нам ясен. А, туалетная бумага. Опять он
Ну, так, написано, все пакости, кроме микроволновки, изменены. Только я нигде не вижу яйца. Ну, мы сейчас... Да, и как это вообще? Забавно, конечно, как он передвигается. Так, ну сейчас 5 пакостей будет, а микроволновка это шестая, только я нигде не вижу яйца. Здесь-то нет яйца. Где яйцо-то взять? Ну, ванны где-то возможно. Да нету тут нигде никакого яйца. А, ладно, давайте закончим уровень, потому что что-то непонятно мне, если честно. День спорта. Сосед очень спортивный мужчина, он занимается гимнастикой, берет книгу и занимается. После опускается в коридор и едет на велотренажере. Вуди решает прийти к соседу и сделать новые приколы. Написано, что тут все просто. Но давайте проверим, так это или нет. Ну да, может быть и все просто. Учитывая, что тут всего 4 пакости, это походит на реальность. Ой-ой, стоп, беги. Да что это за баги опять такие? Ой-ой-ой, мне кажется, он в коридоре. Да, точно, он в коридоре. Металлическая пила и сюда, я так понимаю. Нет? А, нет, мы не туда. Лепим. А как навестись сюда? Или с этим нельзя ничего сделать? Что-то не пойму я, в общем. Ты не наведешь сюда. Избавиться от любого куска металла. Ну, я так понимаю, это сюда, но он не наводится сюда. Как сюда навестись-то? А, может быть, сюда надо было? Может, сюда? Давайте попробуем. Давайте попробуем, потому что других нет, это не сюда. Ладно, давайте закончим этот уровень, потому что здесь не наводится вообще. А, мы даже... Просто я даже не знаю, как соседа в ванну заманить, но неважно. Хорошо, давайте теперь оценим этот мод. Ну, поставим ему плюс-минус за старание. Но есть, конечно, тут недоделки. Ну что ж, это еще не все. У нас еще есть модики. Погнали дальше.
Дорогие друзья, еще не все знают, что на фандоме The YouTube Wiki есть статья про канал Максимадзе. И там написано все про этот канал. Как он был создан, что было до него, вся история канала, про друзей Максимадзе, ну и так далее. Ссылочка всегда в описании. Переходите, если интересует. Следующий мод, когда соседа домашние каникулы. Вышло обновление на этот мод, мы его не так давно с вами играли. Добавились два новых уровня, вечер чаепития и генеральная уборка. Давайте посмотрим на них. Вечер сосед решил расслабиться и как следует отдохнуть от пакости Вуди, поэтому он покупает себе любимый чай и время от времени идет на кухню, чтобы вскипятить воду в чайнике. А после выпивает его, но сосед сегодня не один. Он пригласил себе свою любимую мамулечку. А наш никчемный сынуля хвастается перед ней своей коллекцией чайного сервиса. Сервиса. Но Вуди всегда знает, что от его пакости не отдохнешь. Не стоит забывать о том, что после некоторых пакостей сосед может побежать в ванну. Конечно, я не забываю. Вот это сейф. О, где-то мы так... Прикольная вот эта музычка в начале раунда, в начале уровня. Что-то я не пойму, это один или семь. Здесь тоже не очень-то понятно. Блин, вот прикольно сделано, что тут настройки есть. Небо вот это оранжевое, это прям вообще зачет. Так, стоп, мы, по-моему, тут уже были. Да, мы это уже осматривали. Так, сосед побежать в ванну может после определенных пакостей. Значит, видимо, просто так он пока не пойдет. О, вот это хорошая анимация. Это вообще анимация классная. А тут еще что-то можно взять или нет? Бумага. Где-то еще можно что-то сделать? Нет. Фу, пошли отсюда. А, надо было мыло еще положить. Так, одна из дверей ведет сюда, вторая сюда. Ахаха, вот это нарисовали ее, конечно. Не, нарисовали неплохо. Но я что-то думал, что тут будет спрайт из... Отсюда. И огромнейший респект за то, что ей попрыли ноги. Ой-ой, пора валить. Да, это было 7, это было 7. Ой-ой, нет, рано еще. Ладно, времени у нас много. Интересно, а если мы к маме подойдем, ничего страшного не произойдет? Ну, давайте посмотрим. Серьезно? Ничего нет в холодильнике? Ой-ой, да мы не успеем удрать. Так, здесь немного подумать надо. Вау, вот это анимация. Короче, надо тут продумать. Надо все продумать здесь. Мод этот просто вызывает восторг. Надеюсь, что не только у меня. Так, стоп.
Стоп, давайте в эту комнату пойдем. Ничего не случится, если я... Не, ничего не случится. Так, взять ничего здесь нельзя. К сожалению. Окей. А, он только работает, когда мы не в шкафу. И чё, сосед не идет? А, это номер для телефона. Хорошо. Так, вот здесь ничего нельзя сделать. Так, вот здесь пакость. Здесь и здесь. Ну все, да, получается, три пакости у нас осталось, которые уже сделаны. 2002 написано. 2002. Вот, прошло уж 20 лет. Огромнейший респект за то, что вставили звуки монеты, как во второй части. Отлично. Что ж, еще у нас один уровень остался. Генеральная уборка. Иногда в голову приходит озарение. Наш соседушка не исключение, поэтому он решает наконец прибраться в своей норе. Сначала пылесосит и разбирает свои вещи в гостиной, а после идет подкрепиться пирогом на кухне. Там же сосед протирает свой великолепный портрет. Но именно в этот день Вуди решил навестить соседа. Иногда сосед забирает объект для совершения пакости, так что подыскивайте время, чтобы успеть сделать эту пакость. 8 минут 30 секунд. Полно времени. Что ж, мне уже не терпится взглянуть, какие сюда нововведения добавят. Как мне нравится этот звук в начале. Вау, ключ. На котором... А, шкаф, я думал, там шоколад. Здесь больше нет предметов? Куда можно мышеловку? Так, вниз он, по-моему, не спускается. В холодильнике, может, в этот раз что-то будет? Да, будет. Ну, в принципе, это логично, что мышеловку туда надо подсунуть. Так, ну это по-любому в пирог надо засунуть. Как он в ванну пойдет? Или нет? Ключ. Шкаф от гостиной. Это, но это открывать вот это 100%.
Нет, иди, бежишь, бежим. Не, в туалет он пойдет после вот этого, наверное. Возможно. Бомбу в пылесос, наверное, надо засунуть. Ну и у нас больше вроде ничего нет. Трусы. В тряпку. Трусы без тряпки. Это будет угар. Нет! Что я наделал? Ладно, давайте еще раз. Ладно, по крайней мере, мы все поняли, как делать. Hello? По крайней мере, мы разобрались, как тут что делается. Что? Что-то я думал, что он будет протирать портрет. Ой, я не туда нажал. Или он уже протер, а я не заметил. Ладно, неважно. Зачем нам прятаться в шкаф, если мы можем успеть все вот это сделать? А, нет, он протирал портрет, просто я... Просто очень быстро. Настолько быстро, что я не успел. Так, давайте потом. Я просто рискую не успеть. Так, ну это по-любому пылесос. А это сюда. Окей. А, блин, он тряпку забирает. Тряпку берет, чтобы тут, чтобы там заниматься делами. Ну ничего, мы все равно это сделаем. Ха, сломался пылесос. А, нет, все-таки он после пылесоса идет. Что? Я думал, я спрятался. Да что ж ты будешь делать, а? Как я мог забыть спрятаться? Ай, ладно, попытка номер 3 или 4. 4, по-моему. Как я мог забыть спрятаться? Так, вот теперь есть шанс подложить трусы сюда. Давайте попробуем успеть, рискнем. О, хорошо, что рисканули. Есть вещи, из-за которых стоит рисковать. Так, ну все, все сделали. Так, не забываем спрятаться. Жалко, что это не обосранные трусы были.
Пирог, кстати, изменился немного. Внешний по цвет. И выглядит и, чем, и по цвету чем-то на пиццу похож, если честно. Не похож на яблочный пирог совсем. Отлично, мы все сделали. Ну что ж, теперь пора оценивать мод. Конечно же, тут галочка. Мод шикарный, вообще, мне прям очень нравится. А те предыдущие три уровня мы проходили с вами в одном из предыдущих обзоров модов, где мы играли в него. Там было только этих три уровня, мы их прошли. Ну что ж, на сегодня мы, пожалуй, закончим. С вас лайкосы и подписусы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.